Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Первый концерт, проведенный именно благотворительным фондом «Катюша», да, это первый концерт. Это одна из составляющих той части мероприятий, которые мы бы хотели провести для нее и проводим. В первую очередь, ну, концерт – это привлечение просто нашей общественности, нашего населения к данной проблеме. Молодцы, на самом деле, ребята, студенты, которые изначально подняли всю эту волну, потому что, ну, если бы я и не увидел эту листовку, я не знаю, когда бы я узнал об этой проблеме. Со своим творчеством, что они могут дать, и опять же дают свою энергетику. Я вообще благодарна организаторам вот этого замечательного концерта за то, что как люди все-таки у нас отзывчивые, они добрые. Это неоценимый вклад. То, что мы делаем, это доброе дело. То есть не зря говорят, что Бог помогает руками людей. Я думаю, что увидят этот сюжет, этот концерт очень многие и не останутся равнодушны к горю в нашей семье. Помогут. Мы все-таки победим, все вместе мы победим. Вообще у нас сейчас это самый-самый начальный этап. То есть мы достигаем ремиссии, мы получаем высокодозную химиотерапию. Диагноз у нас рак крови, лимфобластный лейкоз. Вот, надеемся, что наши врачи сделают все, чтобы вести моего ребенка в ремиссию. И дальнейшим шагом уже будет у нас трансплантация костного мозга, которая даст шанс на то, что у меня ребенок будет здоров и будет жить так же, как и все. Мощная поддержка, она чувствует, что вот мы не одни, что она не одна, что все Забайкалье, вся чета, что каждый думает, многие молятся. Пожелание здоровья – это очень-очень много значит. Очень надеемся на ее скорое выздоровление и как бы тут безоговорочно было сразу же, в сию минуту, когда было нами придумано, давайте сделаем фонд. То есть мы очень надеемся, что она очень скоро поправится и возглавит этот фонд.